находимся в базовом лагере пика Хантенгри и пика Победы на 4000 метров. Тут снежно, до этого было 3 дня непогоды, мы никак не могли вылететь из лагеря Каркара, и вот наконец-то мы тут. Сейчас у нас будет акклиматизация и несколько выходов наверх. Вот там мы видим, сейчас открылась вершина Хантенгри, нам туда. Там 3 лагеря, нас ждет очень тяжелая неделя. Будем надеяться на успешный исход нашей экспедиции. Ку-ку. Я вот как раз снимаю. Я мажу, все время мажу. Вот теперь я поснимаю. Ну кого? Всех. Вот. Мы находимся в базовом лагере. Вас приветствует Дмитрий. А это наше произведение искусства. Это наши охранники. Да, это наши охранники. Как мы их назвали? Пока никак. Как это? Ну, надо как... в интернете напиши, что предлагали. Предлагаем назвать вот этих прекрасных снеговиков. Вот Александр, еще один участник нашей экспедиции, пришел к нам с водичкой. Александр, посмотрите назад. Вот, Пик Хантенгри как раз улыбается нам. Замечательный. Он как раз ходит, чтобы давно мы туда... Давно мечтал увидеть это не на фотографии. Вот, он нас это ждет. Какие ощущения на 4000? Как будто с двух заехал. Пока еще поколбашивает немножко. Да, вот Александр нас слепил. Снеговиков тут отпал нос. Зубы выпадают соски. Солнышко встало. Вот, у нас прекрасное произведение искусства. Так, мы находимся в лагере 3, 5800 метров. Вот у меня стоят Костя и Саша, которые героически сюда залезли. Да. Вот. Мы тут будем жить в пещере. Сейчас мы посмотрим, какая у нас пещера. Вау. Ёлки-шты-палки. Можно у нас сюда на жопе съехать? Здравствуйте, Руслан Николаевич. Я вас снимаю. Камера. Да, вот это наш домик. Можно тут выровняться хотя бы? Ой, вот тут мы будем спать на таких вот лежанках. Надеюсь, у меня не будет приступа клаустрофобии, я не буду орать. Заберите меня отсюда! Не буду мучить Руслана. Руслан, как ты себя чувствуешь? Я ответил на вопрос. Привет всем! Сегодня я должна была зайти на вершину Хантенгри. Сегодня 17 августа, но погодка внесла свои коррективы. Я встала очень рано, 3 или 4, уже залезла на перила, но ветер просто сносит. Вот посмотрите, палатка, что сейчас происходит в палатке. Солнце светит, но не греет абсолютно, очень холодно. Руки сразу стали замерзать, поэтому я спустилась вниз в лагерь. Мой гид и еще один парень, смельчаки, решили идти на вершину. Все остальные вернулись. Я надеюсь, у них все сейчас хорошо. А я попробую вылезти наружу и показать вам, что тут происходит на 6400. Мечеряков уже вышло, вот, а мы слегка поморозились и решили спать в палатке. Знаете, чем занимаются альпинисты, когда непогода? А непогода очень часто бывает. Честно, не хотела снимать этот блог, но когда ты целый день сидишь, ну, в принципе, сушишь спальник соседа, который вот сейчас на восхождении, такой ветер, как... я не решилась. Вот, у меня есть термос, джетбойл. Вот, есть еще, если тут открыть такой вот люк. У меня отличная палатка Марбот. Вот. Да тут у нас есть снег. Вот, этот снег мы растопим. Сделаем чаек.
представляете, на чужом плеере нашла песню, которую мы исполняли на корпоративе в прошлом году. Wake me up when September ends. Вот. И, в принципе, чем заниматься сейчас еще в палатке, еще полдня на 6400, когда дует за окном, пурга. Петь, конечно. Here comes the rain again, falling from the stars, drenching my pain again, becoming who you are. Большой привет Виталику Яровому и Игорю Сакачу. Надеюсь, я вернусь скоро в офис.